На единственных в Беларуси курсах по подготовке военных водолазов прошла обучение первая группа солдат. Самочувствие водолаз. Спуску готов. А замподводной службы обучают 188-й гвардейской инженерной бригаде под Могилевым. Требования к курсантам велики. Надо обладать выносливостью. Снаряжение весит до 50 килограммов. Не бояться воды и замкнутого пространства. Но перед сдачей экзаменов в практике минимум 20 часов. Раньше подготовкой водолазов занимались пограничный комитет. Занятия проводили в тренировочном бассейне. Сейчас учебным стал естественный водоем. У меня самая главная задача – это подготовить водолазов непосредственно, которые могут выполнять не так, как просто погрузиться, но непосредственно в естественных условиях. Это и качество вода, мутность, то есть глубина, чтобы водолазы могли в любой ситуации выполнять задачи не только в хорошей видимости, но и практически в нулевой. Мастерство этих специалистов – залог успеха при выполнении самых разных боевых задач. Например, водолазы инженерных войск в основном ведут разведку, выполняя разминирование. Подводники механизированных соединений обеспечивают танковые переправы. Еще одно предназначение – спасательные работы и эвакуация.